Всем привет, ребята, с вами Ёжик. И сегодня, ребята, у нас уже вышел новый BS Lily. Она уже за кредит, ребят, ранний доступ уже прошел, ушел. И сегодня все игроки могут забрать ее бесплатно. Поэтому сейчас первый в мире заберем ее бесплатно, ребята. Поехали, кредиты у нас имеются, потому что в пассе у нас их куча. А там 2000 или 1900 присутствуют. А нет, даже больше, это 1000 бесплатно. И 2000, наверное, сверху, где-то так. А там типа 2000 сверху, потому что есть еще одна вот эта вот сверху, которая сейчас будет справа. Так, 600, 700, отлично, отлично. В принципе, сейчас заберем ее первой в мире. Качаем ее на 11 фуловую силу и посмотрим, насколько это имбовый боец. Вот эти 1000 кредитов, видите, там выбрать бесплатно написано. Только почему там нету справа типа бесплатного бойца, это, наверное, только эпический можно, да? Блин, жалко, обидно, потому что было прикольно. Качаем на 11 силу, испытаем этого бойца, посмотрим, как он играет. Может быть, там какие-то фишки присутствуют. Расскажу вам, какие гаджеты лучше и пассивы купить, потому что насчет этого бойца я знаю. Обычно всех я так не знаю, но этого я точно уж знаю. Так, все, 1000 кредитов мы собрали. Давайте вот эту лостовую 900 надо здесь, значит, заберем, пофиг. Там все равно сезон закончится, и все отберут. И залетает к нам на аккаунт Лили! Сюда! Имба, ну, в принципе, классный боец. Тяга к запретным знаниям и черной магии привела Лили в зачарованный лес. Короче, понятно. Описание, как всегда, Суперсел придумал наугад с головы, я не знаю, с закрытыми глазами. Так, прикольно у нее такая заставочка. Сразу же вкачиваем на одну силу, потому что монеты и очки силы мы специально копили для ней. И накопили достаточно, поэтому нам хватит. Даже на гаджеты, пассивки и гирсы все хватит, может быть, даже останется. Сейчас мы проверим. Так, первый гаджет. Исчезновение в царстве тени 3 секунды. Либо же траектория суперли. Ну, понятное дело, исчезновение. Самый, ну, гаджет, який помогает всем бойцу. Так, 15% скорости, когда супер заряжается, то есть враг в зоне супера. Либо же от ульты 1200 урона. Осторожно. Я думаю, от ульты 1200 урона, потому что это реально имба. Ну, ой, не от ульты, блин, ошибаюсь. Следующая атака после телепортации, то есть, типа, я ультой тэпнулся, ульта дала 2000. А тычка моя 2400. А после ульты я тэпнулся, и следующая тычка 3600 моя будет. Так, ну я думаю, понятное дело, надо купить плюс один гаджет, потому что 3 гаджета это по 3 секунды очень мало, надо 4. И вот насчет второго герса, кстати, хз. Так, ну, либо щит, либо урон. Ну, мне кажется, щит лучше, потому что ей надо хп, выживать надо, урон там типа почти не решает. Так, в принципе, уже фуловый 11 сила, скинчик, клубничка, пока что еще не маем. Так, в итоге, короче, теперь карточку в ШД, поехали. Сейчас вам покажу, что в ШД, что она может так и сотворить. В принципе, в Роболе показал нормально. Ну, в нокауте, если там карта осталась, а не поменялась, то я тоже покажу, потому что может, уже время прошло, пока я эти кубки обал. Лили, я тут, типа, сразу же первую минуту, я самый первый в мире забрал, понимаете, да? А вот, вот эти кубки я потом, типа, этот, ну, не сразу начал там апать. В принципе, а, кстати, еще самый имбовый, чекайте, Лили, типа, она с плэшем бьет, то есть сразу же несколько баночек можно так добывать, 3 баночки. Если все вместе будут, то 4-5 тоже можно, мне кажется. Ну, нет, точнее, 4-6. Ну, максимум, наверное, 6, ну, 4 точно, я в этом уверен. Ну вот, ты просто лутаешь, конечно, ты, ну, на высоких кубках так не будет. Я даже не знаю, почему сейчас мне дают лутать, потому что обычно тут наоборот Лили бьются за баночки. Ну вы поняли, ну дальше вышел, просто юзает гаджет и идет в кусты, потом, ах ты ж, нехорошая девочка. А, ну куда ты убежала, ну иди сюда. Ну, короче, вы понял. Ульта в ней накапливается вот по вот этому. Короче, кружочку. Как у Корделиуса. Точно-точно такие же. По размеру. Отлично. Ну, тебе, я думаю, это всем будет достаточно. Так, найс. Ну и все, в принципе. Самое главное, ну, смотрите, если вы играете на ней на высоких кубках, то есть вы желательно вообще сидеть в кустах, если нема ульты, там пытаться стараться здесь накопать ульту. 4 гаджета надо всегда иметь, чтобы можно было всегда убежать. Гаджеты обычно всегда для того, чтобы убежать, типа догнать, вы вряд ли кость сможете с помощью них.
То есть вот так вот ульта сразу же, и там у вас тычка намного больше урона, поэтому да. Если вы затимуетесь, и там впритык будет скимость, то есть крысы проще всего будет вот так вот, типа. Ну, если у вас еще ульта есть. Без ульты посложнее будет крысы. То есть, типа, ну сейчас я вряд ли покажу, но дает тычку, потом ульту, а потом тычку. Вот, бачите, и против базу, да, только хотел сказать, что их ульту вообще очень легко будет доджить вашей ультой. Потому что вы типа телепортируетесь, а не идете насквозь него. И из-за этого, считайте, из-за телепорта. Так, а вот тут бы сейчас не проиграть. А, я понял. Ну, короче, иногда тычки тоже можно типа увернуться, когда ты телепортируешься. В принципе, вот так вот. То есть много кого можно увернуться благодаря ней. Боец, в принципе, прикольный. Но покупать, типа, если у вас кредит есть, то типа прям, ну, чтобы запушить высокий ран, я бы не советовал просто покупать тех, кто может. Потому что лучше накопить кредит и купить Драко. Драко будет, мне кажется, намного имбовее. И он не настолько ближний, как цей, потому что тут короткая атака. Ну, брать гаджет первый, пассивка первая, плюс гаджет, плюс щит. Апать в ШД, Бравл Бол, ну, и еще можно в нокаут, но в нокаут, ну... Тоже не этот. Но с Тимой лучше в нокауте и Brawl Ball с связкой так, чтобы типа ты под гаджетом мог забыть гол и так далее. Ну, так им бабным. Дальше в ШД там все просто. То есть, главное в ШД не лезть за ней, а отсиживаться, если нема ульты. А если есть ульта, то можно лезть. Так, аккуратно. Оп, спряталась. Нема никого. Так, ладно. Ульта есть, поэтому на следующий раунд мы ее оставим, не будем сейчас этот... Ну, это нокаут. Нокауте тут я толком не играл, просто знаешь, оно тут прикольно. Но я бы не советовал бы, типа, тут прям апать, типа, жесткие кубки. Тут надо с тимой, потому что может заруины, типа, и так далее. И пик, хорошо подобрать. А вот Brawl Ball можно даже хоть без тимы, но там до определенного ранга. Так, вот так вот, короче, уходим. Надеюсь, сейчас метка слетит. А, блин, я уже нажал на ульту, но из-за шипов вообще не стрельнул почему-то. Кстати, а, блин, иногда на воде, когда якийсь челик, то есть шансы, то, что вы сможете его убить. А, все. Ну, это слив, катка. Потому что вообще плохо, типа, отыграл. Ну, вы поняли, короче. Самый лучший режим, Brawl Ball с тимой, без тимы. И ШД. Самый такий, ну, ще можна з тимой нейтральний, це нокаут. Це остальне говно, потому що граблення нема смисла і брати. Зачистку можна попробувати, геми можна пробувати, но це, ну, самі понімаєте. Скоро, кстати, є питання, поэтому скоро відосик буде. Ну, а, в принципі, на этом все, ребят, с вами був Ёжик. В принципі, бойця я оцінюю на 5 или 6 из 10, десь плюс-мінус таке. Будемо мапати на 30-ті, приходьте на стріми. Ну, а всім спасибо за просмотр, всім удачі і всім пока-пока.